Нет, 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 закончить говорить нельзя. Боже мой, Ира, я уже считаю, что в нашем возрасте нужно находить приятные компании, с кем ты хочешь общаться и все, понимаешь, чем. Я сегодня с Мариной разговаривала. Я говорю, ну вот девчонки вчера вернулись, да, вернулись, все такое. Я говорю, Оля тебе звонила? Нет. Ну, говорит, мы с ней как бы последний месяц только так чуть-чуть начали общаться. Она говорит, никаких как бы контактов с ней нет. Говорит, так, пару раз на экскурсию поехали вместе и все. Он все время ищет себе много знакомых. Да. А вот почему? Почему это Марина любит дебилы? А как она к Тане? А как она к Тане? Что обрезаешь? Mm-hmm.
И нет, сушится сила рядышком. Слышишь, ну, а что она про меня могла говорить такого? Ну, я думаю, просто черная зависть. Я с Наташкой еще вчера говорила, Наташка мне говорит, она говорит, ну вот Белла, она же знает, что вот вы с Ирой дружите, что Ира знает вас уже очень много-много лет. И она говорит, она Ире на вас не говорит. Что это? Это от большого ума или от чего? Да, да, это да. Да. Не, ну у меня-то был даже повод, как тебе сказать. Что-что? На Люду с Мариной? Ты меня. Слышишь, а Людка не знает про это? Что Таня на это сказала? Лилия Ольмен. Не, ну если бы она лезла постоянно мне в тарелку, я бы взяла свою тарелку и поставила перед ней. Пошла бы, взяла домой. Не, ну, если это все время, я бы просто сказала, Вульнова, иди возьми сама. А потом в результате бы психанула, отдала бы ей свою тарелку. И пошла бы, взяла себе другую. Она вообще здорова.
Так вот у меня вопрос. Все ли с ней в порядке? Неста. Да, интересно. Ну вот сейчас ты мне как-то рассказываешь, понимаешь? Она же понимала, что от нее отходит, и что она раздражает. И она все равно уходила. Я поговорю, хорошо? Я вот и говорю. Здорово, здорово. Ну, это-то да. Это-то да. Ну, я, видно, не хрен делать, она, конечно, жить, знаешь, чужой жизнью, по всей жизни лазить, все это, знаешь. Но держать руку на пульсе. Вот это у меня Мольмар такая была. Она, да, вот такая Мольмар, ей надо контроль держать над всем. И она говорила, это тихий диагноз, что это диагноз. Аутизм. Это она говорит, это не просто потому, что она хочет, это такая потребность, это аутизм. Ну, это понятно, видишь, как это. Неста, Мария Торья. Ты когда ехала, ты собиралась ехать. Я говорю, ну посмотришь, как все отдыхать, понятия не имею. Попробуешь. Боже упаси, я даже понятия не имела. По-моему, Марианка, знаешь, ездила с ней то ли в Италию, там ездили, то ли еще куда-то. Ну, она с Марианой там ездила. Пойдем когда-нибудь отдохнуть. Все хорошо. Но она сказала Марианке, она сказала, в следующий раз мы с тобой поедем вдвоем. Так я подумала, ну так я прошу. Значит, поедем вдвоем с Марианкой и все. Мариана тоже будет километры наматывать. Да. Кто? Да, она Оля больше говорила. Nästa slutsen till destinationen Hässelby Strand, Skarpnäck, Farsta Strand och Hagsätra ersätts för Bergsfors, Dalsjöbanan och Bussen Nacka och Värmdö samt till Djurgårdsfärjan. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Nästa annan jag behöver.
У меня вот та, которая у Адена. Я говорю, а при чем здесь она? Ой, нет, она знающая, вот на всю грудь шла. Она сошла? Ну что еще? Нет, слышишь, мне даже в голову не пришло. Что? Это кто устроился? А, Света? Да. Нет. А Оль, а что, Оль ее знает? А Оль ее знает? Nästa, gamla byta till tunnelbana mot Kungsträdgården, avkalla och ljusar samt till pendeltåg och spårväg 60. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av.